Привет всем, меня зовут Вадим, я представитель компании Lemma. В этом видео я покажу, как собрать модель ZIS-5V. В набор входит инструкция по сборке, 49 деталей, выполненных из трехслойной фанеры, наждачная бумага и клей ПВА. Первый этап сборки – это сборка кабины. Здесь есть определенные нюансы. Иногда детали дверей не входят в пазы, тогда их необходимо доработать наждачной бумагой. Проверим. Все встало на свои места, и теперь можно их приклеить. Клей наносим тонким слоем или небольшими каплями. Отлично! Кабина собрана. Дадим ей немного времени подсохнуть. Вторым этапом собираем моторную часть и приклеиваем элемент крепления кузова. По очереди вставляем боковые элементы. Затем радиаторную решетку. И в конце приклеиваем верхнюю часть. Крепления кузова одинаковые, и разницы в положении их на основании нет. Третий и четвертый этап – это отдельная сборка элементов автомобиля, крыльев над передними колесами и кузова. Для сборки крыла возьмите одну из трех деталей и нанесите клей с обоих сторон. Затем приложите остальные детали с каждой стороны. То же самое проделайте и со вторым крылом. Кузов собирается следующим образом. По периметру на лицевой стороне наносится полоска клея и на нее ставим детали. Также проклеиваем места соприкосновения деталей между собой. Когда эти детали подсохнут, их можно закрепить на нашем ЗИСе. На крыло наносим немного клея и вставляем в пазы.
То же самое со вторым крылом. На детали крепления кузова наносим тонкие полоски клея и прикладываем сам кузов. Остается только собрать колеса. Каждое переднее колесо собирается из одного сплошного круга, одного круга с гравировкой и фиксатора. Каждое заднее колесо собирается из трех кругов сплошных, одного лицевого с гравировкой и фиксатора. Для того, чтобы собрать, вставьте все колеса, не склеивая их, и зафиксируйте маленьким кругом. Его как раз можно приклеить, тогда колеса будут вращаться. Диск готов! Приятной игры и до новых встреч! Если видео было интересным, полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, смотрите нас в Instagram и следите за новостями в группе ВКонтакте.